Кировчан и гостей города будет встречать ровный асфальт. В аэропорту Победилова начался ремонт внутри портовых дорог и благоустройство прилегающей к аэровокзалу территории. Как рассказали в Министерстве транспорта Кировской области, на этой неделе подрядчик приступил к фрезерованию старого асфальта. После подготовительных работ на участке будет уложено новое покрытие. Всего работы будут выполнены на территории около 9000 квадратных метров. Напомню, в этом году обновили и само здание аэровокзала. Там были отремонтированы оба этажа, зона досмотра, зал повышенной комфортности и бизнес-зал. Кроме того, площадь залов предполетного ожидания была увеличена в 2 раза. Власти сообщают, все работы на территории аэропорта должны завершиться к 1 июня. Такого масштабного ремонта у нас много лет уже не было. С того года мы начали подготовку к 650-летию города, чтобы встречать гостей нашего города. Подрядчиков мы стараемся выбирать серьезных. То есть у нас работает ГАТ «Автодор». Проблем с ним никогда еще не было. Все качественно, быстро, оперативно.